Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Илюха, и в этом видео я уже буду снимать с этого, по следующее я вам буду уже показывать разные моды. Да, вот у меня уже установлена парочка, ну да, парочка, 14 штук. Ну, вот, можем уже как бы начинать. В этом видео я вам буду не всем показывать моды, но может у кого-то уже видели этот мод. Этот мод называется, сейчас скажу, забыл как он называется, да. Сейчас в модах посмотрим. В общем, это мод, вот он, нашел. Revival Rebels. Мод называется Revival Rebels. В общем, это мод на ядерные штучки. Все, что добавляет этот мод. Вот эта ячейка и вот эта ячейка. Да, это всего лишь бронь и флаги. И броня сильная и спокойная. Так, ну что ж, смотрите, вот нам на начале, я так думаю, то, что должны выдать вот такие вот штуки. Вот такие шняшки, да. Так, генные. Я вам потом это все зачитаю, что это такое. Так, вот. Вначале я думаю, что нам, конечно, должны выдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, военные подставки и баррикады ваши. Да, но еще, чтобы это все сделать, нам понадобится плоскогубцы. Это самое главное в этом моде. Ой, извиняюсь. Это надо все делать не креативно. Вот. Так, вот берем плоскогубцы. Подождите, у меня что-то Майнкрафт вылетел. Извиняюсь. Так, вот я сейчас зайду, подождите. Да, это мой сайт, с которого я снимаю. Запуск Майнкрафт. Так, ну, заходим, это меня извиняюсь. О, а вот, мы разрушили оружие, и вот что нам дали. Нам дали пушку Теслы, нам дали, ну, ножики метательные, реактивный гранатомет, о, Эйнштейн, газовый гранат, и плазменную пушку, огнемет и дискрот. Я вам объясню все, что это такое потом. Ну, давайте приступим дальше. Вот у нас. Это у нас были боеприпасы. Да, это были у нас боеприпасы. Так. Мы тоже плоскогубцами их ломаем. Вот что нам тут дают. Ну, конечно, это все для того, чтобы мы могли пользоваться этими оружиями. Вот, например, под плазменной пушкой нам понадобится водород. Вот. Водород есть, типа, ячейки. Вот это плазменная пушка, да. Ой, конечно. Она убьет всех и всю. В общем, давайте я продолжу. Ах ты, не мечтаю. Да. Ну, да, а тут продолжу. Вот. Плоскогубцы. Плоскогубцы мы только что разбили эти вот по взрывчатые вещества. Вот фугас. Это надо вам все показывать в креативе. Ну что, и бомба замедленного действия, это потом, скажу в конце. Так, вот военные подставки, вот, тоже рушим. И нам выдали, вот нам выдали тостер, с которым мы можем бесконечно выбивать хлеб. Вот так вот, и у нас есть хлеб. Угощайтесь хлебушком. А, кстати, у меня есть еще мод типа на превращение. Ну, сейчас с собой.
Ну, в общем, вы сами видели. Ведро это, ну, конечно, чтобы там что-то тырить. И, кстати, никогда не пробуйте экспериментальные таблетки плюс. Потому что вот сразу. Сейчас прийти включу. Ну, оно не сразу всегда убивает, но иногда есть. А давайте сейчас попробуйте экспериментальную таблетку плюс. Вот, сейчас у меня уже слепота. Опять слепота. О, все. Теперь уже подводное дыхание, избавка сопротивления урона, получишь силу ускорения и скорость. Это вы видели сами на какой раз? Хотя меня убивает с этими предметами с первого раза. А давайте сейчас подберем все свое. Ну так, вот. А, сейчас я еще раз сделаю. Так, тут есть еще одни бункеры. Эти вот и бункеры. Эти вот. Вот такие коробочки. Ой, поскольку сейчас уже. Так, ну вот. Вот бункер. Что из себя представляет бункер? Вот. Вот такой вот сундучок. И вы должны по нему тыкать по функциям. Вот видите, у меня показывает вот 86, 93%, 100. Вот. Это бункер. Да, такой вот не очень нормальный бункер. Не знаю, по всему это умный камуфляж. Или зеленый просто. Ну, я вам потом скажу, где эти камуфляжи. Вот. И иногда на бункерах попадаются вот такие вот ящики. Так, я вам еще, кстати, не рассказала про сталь. А хотя мне это будет потом. Так, вот бункер. Мы уже посмотрели, какой он. Да. У нас есть еще такая какая-то единственная коробочка, она подписана удивление. Ну давайте посмотрим какое-то удивление. Так, где мой прямой и рубин. Ага. Да, это снеговики. Это батут. Это батут. Это убивает вас первого раза. Да. Если вы, да, батутик няшный, вот если вы туда прыгаете, сразу вот так вот, и тобой, и давайте, потому что это купить слишком большая высота. Да, это по-настоящему удивление. А, вот еще хотел вам показать баррикаду. Да, вот такая баррикада. Но она не очень такая баррикадированная. Почему обыкновенная баррикада? Это типа такой баррикады. Да. Это опасно, только что видели, это бутылочек такой вот. Ауч. Так, давайте я вам буду показывать, что креативе. Делать то, что я умирала каждый раз. Так, ну вот, это чего вот такое, вот такая вот баррикадка. Вы туда можете забраться. А вот эти вот факела, они опасны, очень опасны. Если вы на них встанете, вы загоритесь. Если вы их срушите, будет кабум. Так, ну, пошли дальше. Так, бункер показал, мне удивление показал, башню. А, я вот вам башню не показал. Да. Да, все, башня осталась. Так, и вот башенка наша. Ну, опять я выкинул через песком. Вот, мы сейчас ее разархивируем, эту башню. Вот такая вот башня, вот это вот такая сталь. Она прикольно смотрится ночью. Сейчас покажу вам. Сансет, да, ой, ночь. Таймсет
Знаешь? Вот такая вот эта башня. Да. И вы туда, кстати, можете еще забраться. Вот тут как сюда и вот тут. Ну, если кто-то хочет, может вот так вот подняться, так вот сразу сюда. А кто хочет, чтобы было как бы чуть-чуть пореалистичнее. Кто хочет, как может вот так вот залезть, сейчас я выпрыгну. Так вот. Можете вот так вот по стенам лазить. Да. На этом мод не добавляю то, что вы можете лазить по стенам. Это просто такой блок специальный. Вот. Ну, вот такая у нас... Вот так у нас представляет башня. Да. Такая охренезная. Так, ну что, пошли дальше. Теперь давайте рассматривать разное оружие. Вот это вот дискрот. Мотель, плазма, огнемет, Тесла и гранатомет. Так, теперь давайте поставим день. Вот смотрите, что из себя представляет этот наш реактивный гранатомет. В общем, это как обыкновенный гранатомет, только вот так вот разлетается эпично частицы. Да. Они чего-то когда полетают, так они стоят как бы не целем поверхность. О, вот так, Тесла. Тесла это самое сильное оружие, потому что она рушит все, ну, все вот эти админиумы. Что это, админиум? Так что рушит админиум. Где есть? Ну, может быть, иногда админиум рушит, да. Что это самое сильное оружие. Вот плазменная пушка, с ней смотрюсь эпично. Да. В общем, ну, вот, как видите, у нее внизу вот этот вот водород. Вот так вот заряжаете ее, стреляете и полетаете! Оп! Приземлились. Так, огнемет вам покажу чуть позже. Вот Эйнштейн. Вот, он вот так вот мочит. Корова! Эй, корова! Вон, вон, видите? Вот он специально рушит только вражеских мобов. Странно, не снизу, тоже свой. Это типа вот такой вот лазерный пулемет, да. А вот и наш огнеметик. В общем, это тоже, это по второму месту самое сильное оружие. И вот, я еще нашел некий баг в этом моде. Вот, я уже использовал. Так, смотрите. Вот песок. Я на секундочку это остановлю показ. Пока что. Так, смотрите. Черт, не понимаю. Вот. Так, ну давайте сделаем вот так вот просто. Просто чтобы было. Так, вот песок, да? Огнемет, что может вот делать с песком? Он такой этот вот горячий, что аж из песка. Вот, сейчас покажу вам. Вон, видите, из песка делают стекло. Ага. Вот, а тут того, что вы видели, тут было в песке. Так, а теперь из стекла, вот, из стекла чего-то делает обсидиан. Я не знаю, это странно. Если кто знает, то пишите в комментах, и я прочитаю. Скажу это уже видео. Вот суперская лопата. Суперская лопата, ну, не знаю, она как обыкновенная лопата, только не знаю. Я еще полностью этот мод не изучил. В общем, это считайте как обыкновенная лопата. Если кто-то знает, что она делает, то пишите тоже в комментариях. О, и вот наш диск рода.
мы его так вот эпично запускаем, он